Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки и комментарии. И, конечно же, загляните в описание, нажмите кнопочку «Еще» под видео. Ну и подписывайтесь на телеграм. Сегодня у нас 6 мая. Отличная погода, облачная, дует легкий ветерок, море волнуется. Но детям это не помеха, потому что вода уже около 14-15 градусов. Хотя она и грязная, но детям этого достаточно, чтобы купаться. А температура воздуха тем временем 17 градусов. Взрослые не идут в море. Дети, хотя вон, смотрите, вдали мужчина заходит. В основном, конечно, все загорают под облаками. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки и комментарии. И, конечно же, смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!